А полный бой ты можешь увидеть на канале «Наше дело». Ссылка в описании. Здорово, бойцы. Вот на нашей улице праздник, и мы глянем бой, которого заслужили. Два, не побоюсь этого слова, боевых деда ворвались в клетку и устроили разборку за очередь в собес. Никита Джигурда и Атар Кушанашвили решили помериться силами в клетке. А мы это все обозрели. Погнали. Джигурда на правах бывалого в клетке человека не стал ходить вокруг да около и сразу накинул несколько ударов по голове Атара. Атар, как подобает гостеприимному хозяину, любезно удары принял и отправился отдыхать на канвас. Немного полежав, Кушанашвили понял, что нужно продолжать, и вернулся на ноги. Бой продолжился. Завелся Атар и полетел вперед, съедая джебы Джигурды. Правда, длины конечностей не хватало и доставать нормального не получалось. Затем Никита решил, что пора кончать, ну в смысле заканчивать бой, и опять накидал бедолаги напротив авоську безответных панчей. Кушанашвили смиренно лег, но опять-таки ненадолго, снова поднявшись. Характер, конечно, Атару не занимать. Однако Никитка заагрился по полной и начал реально вкладывать всю свою космическую силу в удары, срубив в очередной раз журналиста. В третий раз Кушанашвили подняться уже не смог, и бой закончился техническим нокаутом в пользу Джигурды. Шутки шутками, а мужики красавцы. Джигурда в отличной форме в свои 60. А Атар показал характер. Не знаю, зачем это все, ну пусть будет, раз люди смотрят. По-братски не поленись. Лайк, дизлайк, коммент, подписка. Просто прояви активность. А полный бой ты можешь увидеть на канале «Наше дело». Ссылка в описании.